Бог ёшкинку. Дай Бог здоровья. Нет, мы сейчас будем рулить ко взлетной. Вот, а потом только взлетать. 342, занимайте исполнительный с курсом 240. Занимаю исполнительный курс 240. Мы что, слетаем? А? Слетаем? Нет, еще погоди, мы сейчас выедем на полосу в дальний конец, там развернемся, а потом будем уже взлетать. Собственно говоря, ты услышишь, как я по радио запрошу взлет? А там воздушные ямы будут? Ну, не, ну сегодня, может, и будет легкая болтаночка, но я думаю, без жести. Хорошо. 342, взлет, Зоноточка. Тоже. 342, взлетайте с набором, справа под 45.5. А, взлетает набор, в условиях видел. Ну, поехали. Вот теперь мы взлетаем. Потихонечку отходим от земли, выбираем шасси. Вот слева новая Рига, вот привет дальнобойщикам. Рига на первом. Под химит набором. Под химит набором. Да. В отличие от винтовых самолетов, здесь нет тряски от винта, поэтому на реактивном намного мягче выполняется полет весь. Вот. Вот сейчас под нами аэродром будет, помашем крыльями и дальше полетим. Вот, так, ну что, начнем, думаю, махать. Помахали маме. Да, теперь дальше в набор. Вот, сейчас смотри, да, держись там за ремни, да, сейчас мы будем так, я думаю, активненько так запрыгнем на облачко, вот через эту дырочку. Готово? Ноги на педалях, хорошо. Но я не буду сейчас жестить с перегрузкой, пока так пройдемся просто. А вот тут уже и солнышко. А слева смотри, тень на облаках в таком этом, видишь, в радуге. Это... Блин! Да. О, господи! Чуть поджимает, чувствуешь? Ага. Чуть-чуть, это перегрузка, но это всего лишь 2 единицы, это очень-очень маленькая. Вот, и что, просто, да, глубокое дыхание, спокойно, то есть, смотри по сторонам. И... Вот. Покатаемся, так сказать. О, вот здесь красиво. Ага. Да. Блин, это очень круто. Ну да, рад, что нравится. А теперь смотри, сейчас сделаем, подготовься, сделаем маленькую ходушку. Это мы вот так вот сейчас, я чуть подтяну. И вот так вот. Вау. Пошли. Вау. Охренеть. Блин, это круто.
Ладно. Рад, что нравится. Вот поджимает, да, то есть на этого... Да, ты... есть. Есть, да, но главное, видишь, что спокойно к этому относиться. Скорость у нас сейчас 500 км в час. Вот. Возвращаемся к облакам. Вот сейчас я подослабил, да. Давай-ка вот такой маневр сделаем. Сейчас я тебе покажу один момент, очень интересный. Это будет невесомость. Сейчас вот. О, боже. Чувствуешь? А, да-да-да-да. Вот, вот, вот она, вот, вот, вот я ее поймал. Вот невесомость. Вот так. О, боже. Нормально? Не мутит, да. Ничего? Нет. Очень хорошо. Так, отлично. Ну давай сейчас попробуем сделать бочечку. Бочки, фигуры очень простые, приятные, по перегрузке не напряжные совсем. Хорошо. То есть пошли так сделать задний ящик. Хорошо. Зафиксировали и ручку в борт. Вот. Нормально? Да. Ну давай еще одну. Отсюда ручку в борт. Вот так вот. Так, ну вот сейчас мы создаем кренчик. Вот так вот сейчас разгоним скорость 500 км в час и прижмет прям. Вот сейчас, поехали. Вот, потянул, потянул. Вот, вот, вот 4 единицы. Вот, четверка, четверка, четверка. Нормально? Да. Держишь? О, да, продышивайся, не стесняйся. Хорошо. Вот, не мутит? Нет, очень круто. Прекрасно. Ну, если не мутит, то очень даже хорошо. Вот. И чем больше прижимает, тем сильнее напрягаешь пресс, чтобы в глазах не темнело. Да-да-да. Вот. Хорошо. Давай тогда сейчас сделаем вот в этом вот разрыве. Сделаем перегрузочку в районе 5 и сделаем пикирование и боевой разворот, так называемый. Готово? Хорошо. Отлично. Пошли. Вот. Вот сейчас начнет поджимать, вот, вот. Когда я потяну на себя, тогда и начнет. Вот, готовься, все, да. Напрягаем пресс, дышим, пошли. Можно чаще дышать. И вот боевой разворот. О, так. Нормально? Да. Прекрасно. Очень круто. Вот, отдохни, подышись. Вот, мы пока по облачкам прокатимся. Вершины сегодня вообще сочные такие. Да, очень здорово. И круто, да. Молодец. Отлично, дыши, дыши. Вот так.
Отлично, молодец, не потерялась. Очень круто. А это мы в облаках. В облаках ничего не видно, в них не интересно. Но мы сейчас с тобой выполним имитацию атаки наземной цели. Почувствуй себя боевыми летчиками. Вот, помни про дыхание, хорошо? Поехали. Пошли. Энергично заходим на цель. Вот. Убираем крен. Цель приводим в перекрестие, добавляем обороты максимал, прицеливаемся. Выполняем условный пуск. Попробуй ее плавно двигай вправо. Двигай. Помнишь, авиагоризонт говорил? Видишь, там 30. Вот так вот задержи ее. Видишь прибор? Вот у тебя правое крылышко на этого самолетика на 30-ке. Вот держи 30-ку и не давай ему опустить нос. Вот, нет, вот видишь, он тебе плывет. А ты влево, влево ручку. Влево, влево, влево. Вот так. Вот так задержи и чуть-чуть подтяни. Чуть-чуть на себя. Капельку. Вот так, вот. Вот так вот держи. Да, будут небольшие усилия. Вот, делаем разворот и посмотри в левое зеркало, в левое. Это ты летишь. Ой. Да, не переживай, все под контролем. Вот, я всегда могу схватить из чего управление и так далее, ты летишь, хорошо. Да. Давай теперь руку двигай влево. Делаем левый крен, влево разворот. Энергичнее, быстрее, быстрее. Самолет, он достаточно это чувствительный. Вот, останови вращение, подтяни на себя. Вот, и держи. И обязательно пилотировать по прибору. Полет у нас сейчас в визуальных условиях, можно спокойно пилотажить по горизонту. Вот ты летишь. Ага. Вот твой первый опыт управления воздушным судном. Вот. А я тут отдохну. Вот, все, останавливай. Вот, понимаешь, да, вот когда ты, вот я сейчас помогаю, вот ты делаешь вправо, остановила. Вот, делаешь влево, вот горизонт, зафиксировала. Вот, и чуть от, сейчас я триммер подберу, и вот чуть от себя отдай. Давай попробую сейчас по облачкам. Вот снижайся. Ага. И природа тебе подскажет, чтобы по верхушке облака пройтись. Ага. Вот, пониже носик, пониже чуть-чуть. Вот, хорошо. И чуть-чуть вправо кренчика добавь. Добавь. Еще. И под, на себя подтяни. А вот меньше. Вот так вот. Во, хорошо. И вот сейчас вот мы краешек, попробую вот краешек этого облака зацепить перед тобой, который. Вот мы на него идем прям. Видишь его? Ага. Вот оно прям. Да. Вот. Отлично, видишь? Вот нас тряхануло по чуть вправо. Разворачиваемся. Давай ручку вправо. Побыстрее. Вот. И чуть подтяни. На себя чуть-чуть. Во, молодец. И сделаешь уже все мягко. И вот сейчас побольше подтяни, чтобы нам в облако не войти. А крен не увеличивай. Вот. Ручку вправо не надо. Вот так вот. Подтяни. Еще тяни. Смело. Вот мы сейчас, вот, отпусти, и мы сейчас выскочим. Вот. Ой. Опа, справа тень нашего, опять красивая. Ого, а тень я даже не видела. Вот, а, не видела ее? Нет. Вот, видишь, видела она в таком кружочке? Да. Радуга на 360 градусов. Ну, да. Вот этот называется солнечное гало, вот этот вот эффект. Вот, давай сейчас вот вправо начинай разворот, по верхушке облака, если у тебя получится пройти, будет вообще красиво. Еще кренчик, еще. Вы все Нет. Вправо? Да, вправо. Вот, вот такой крен, больше его не делай. Вот. Здесь добавлю оборот, чтобы она поустойчивее была. Вот. Вот, отлично, молодец. Шик. Вот так, кромочку. Вообще красота. Прекрасно. Отлично, все тогда. Вот держишься за ручку. Вот сейчас мы вместе выполняем. Смотри, вот я сейчас покажу момент, только не пугайся.
Самолет летает сам, называется. Вот мы сейчас, я сейчас буду водить этой ручкой, как в ступе. Рукой, вот смотри, вот. Ой. Вот, мы вот так вот его, да? А он летит прямо, видишь? Вот ты посмотри, ничего не меняется. 3-2. Вот. Ответил 3-2. Давление 993. 993 на приборе, 240 левый. На КТА 400 по моему давлению с дальности 10. Сейчас мы снизимся энергично и потом выполним проход. Над полосой на очень маленькой высоте и достаточно быстро. Потом сделаем горочку, бочечку и уже потом на посадку пойдем. Будет эффектно и красиво. 342 травер 300. Третьему 300. Третьему 300. Слева барашки, а коровы, корова бараны на поле. Так. Разрешил проход 3-2. Вот сейчас чуть потрясет, над лесом всегда трясет. Что это? Не страшно. Сейчас будет горочка. Раз, два, три. Пошли. Вот так вот. Луп и бочка. 342 на траве 300. Ну как? Круто. Ну отлично, отлично. 342 на третьем 300. Заход по сутки. Выполняйте заход 342. Механизацию выпустил, полосу вверх посадка. 342, контроль шасси, механизация, посадку разрешил, справа под 45-6. Условия, принято. 5-800, когда 400, лево к третьему. Занимайте на траверс 300. Выполняю 300, 5-800. С прибытием. Надо похлопать как. Ну как тебе полетик? Здорово. О, прекрасно. Это ты первый раз на самолете? Ну, на этом, да. А до этого на чем-то летал там, на каких-то? Ну, я летала только в этом. Да, тут, ну, другой. А, понял, понял. Ну, на пассажирских, короче. Да, да, да. Ну только на кукурузнике, когда мы взлетали с парашюта прыгнули. А, ну понятно, да, на кукурузнике. 5-8-7 на третьем, заход, посадка. Выполняйте, заход 5-8-7. Все, сейчас остынем минуточку и будем из кабины вылезать, хорошо? Хорошо.